подпишись на канал. Мой дорогой друг, сегодня мы с тобой оказались в мире разрушения и продолжим разрушать разные предметы. Мы в прошлом видео открыли здесь локацию, ту следующую, где нам нужно будет разламывать себе камушки какие-то и отправиться дальше. Кстати, здесь же есть у нас еще сундуки, которые мы не взяли. А где мои питомцы? Мои питомцы мне тоже нужны. Нужно одеть самых крутых. А я могу? Вот, самые крутые наделись, отлично. И давай забираем сундучок. Мы получили X2, скорость удара. Вау, круто. И погнали, сейчас будем разрушать. Посмотрим, насколько мы стали крутые за последнее время. Ну-ка, сундучок. На, получи. О, из двух ударов отлетает. Так, это тоже с двух ударов. А может быть, ты у нас будешь попрочнее? О, да. 4 удара понадобилось, чтобы разломать вот эту вот штучку. Ну-ка, погнали. Сколько у меня сейчас? У меня 200 тысяч, да? 200 тысяч силы? Вау! Сейчас будет 300. Ха, еще и гемасы получили. Ну-ка, давайте попробуем прокачаться. Давай, бьем. Ой, я забыл, как драться с этой грушей. На, получай. Ой, все? Подожди. Стоп, я не понимаю, почему меня сбросило. Ну-ка, давай. Мы должны прокачаться. Давай, силу получаем. И, кстати, ребята, смотрите, у меня 1000 силы есть, и в следующую локацию надо 5000. Вау, это сколько мне здесь еще прокачиваться-то? Достаточно много придется, да? О, гемы какие-то появились. Кстати, может быть, здесь есть апгрейды какие-то, или, может быть, здесь есть новые питомцы? Да, есть новые питомцы. Я же, кстати, их, по-моему, отсюда и выбил. Вот этих своих новых пэтов. И так, все, да? Долго ждешь, пока придут робоксы? Но тогда быстрее переходи на сайт rbx3.gg, ведь только в этом магазине есть очень крутой метод LogPass, благодаря которому робоксы придут на твой аккаунт моментально. Но на этом приятности не заканчиваются. 1000 робоксов в подарок для всех, кто купит премиум статус за каких-то 375 рублей. А это в 2 раза дешевле, чем на официальном сайте. Ну а в свободное время ты всегда можешь зайти в их группу ВКонтакте, где постоянно проводятся розыгрыши робоксов и работает поддержка, которая тебе всегда поможет, если возникнут какие-то вопросы. Рекомендую не затягивать и переходить по ссылочке в описании и делать самые выгодные покупки на сайте rbx3.gg. Я здесь закончил прокачиваться, у меня 1000 силы. Давай здесь собираем, гемы какие-то мне выпадают. Вот этого апгрейдера, по-моему, здесь не было. Я не помню, чтобы здесь был какой-то апгрейдер. Ну-ка, давайте пойдем посмотрим, что это такое. Что это такое? Это, наверное, за реберт какая-то штука. Нужно 10 000 силы, реберт, и получить следующий реберт. Ну-ка, опа-на! Вот это, видимо, реберт-токены. Мы можем увеличить себе много всяких разных способностей. Можно увеличить питомцев, время, ускорение. Это что это такое? Робот какой-то. 50 токенов. Вау! Это у нас автоматически будет разрушать предметы или что? Я не знаю, но у меня вообще нет никаких пока что токенов. Так что мне эти вообще не нужны. Апгрейды. Потому что я прокачать просто-напросто не могу. Но вот какие-то гемасы мне дают все-таки. Я не знаю, что мне с ними делать. Что-то с ними нужно будет сделать. Ну-ка, давай вот эти попробуем поуничтожать сейчас. И, может быть, нам надо отправиться в следующую локацию каким-то образом и там прокачиваться. Но я не знаю. Давайте сейчас я попробую побить, собрать побольше энергии и прокачаем с вами силу. Почти что уже 3 миллиона энергии собрал. Давайте, наверное, вот это еще разрушим. И будет 3 миллиона. Так, бэм. Почти. Ладно, посмотрим, сколько у нас 3 миллиона энергии дадут силы. У меня 1000, да, было. Давай сейчас попробуем прокачаться. Давай. Мне нужно максимальное количество силы. Но судя по тому, сколько у нас здесь тратится энергии, то я могу сказать то, что вряд ли мы даже 5000 сейчас с вами соберем. Это будет слишком жестко, но ранг зато мой растет. Давай, набиваем эту грушу, прокачиваем силу, должны набрать очень много силы. Хотя, смотрите, 2 миллиона мы еще даже не потратили, даже 1 миллион не потратили, только 500 тысяч. Давай, ускоряемся и сливаем 2 миллиона. И получили мы
5000, да? Воу, локация открылась. Отлично. Сейчас мы посмотрим, что у нас ждет нас в следующей локации. У нас здесь какие-то скелеты, динозавров, каких-то существ. Ого, ого. Смотрите, еще шапки какие-то фараонов лежат. Мы в Египте, да? Мы оказались в Египте. Оу, жесть. Смотрите, здесь множитель X5 на прокачку. Круто, круто, круто. Смотрите, мы сейчас еще быстрее будем прокачиваться. Вау. Отличненько, отличненько. Но в следующую локацию, чтобы попасть, 25 тысяч надо. Не отличненько, не отличненько. Мы же так с ума сойдем прокачиваться, друзья. Это будет очень много, очень долго. О, это что это такое? Бесконечный кристалл. О, хорошо. А в прошлой локации у нас такого не было. Можно его бить и отойти куда-нибудь там. Чай с печеньками попить. Или мои видосики посмотреть. Ой, ты тоже бьешься, оказывается. Они тоже ломаются. Вау, крутяк. Ну-ка, давай теперь мы тоже тебя сейчас поломаем. Бэмч. Вау, о, там, кстати, тоже что-то есть такое интересное. Давайте заценим. Сейчас еще вот этот сундучок сломаем. С кристаллами какими-то суперкрутыми. И смотрим, что у нас аурус. Что за аурус? Что это такое? Что это? Это у нас... это что, это силу дают? Вау, Даша, ледяная аурус. Это у нас 50 гемов стоит. У меня столько нет, у меня только трава с меня льется. Подорожник вам не нужно кому-нибудь? У меня много подорожника с меня выходит. И бабочки, вау, круто. Давайте смотрим, что у нас здесь. У нас здесь 100 тысяч. Оу, ну давай открываем. Открываем, открываем, открываем. Выпадает скелетон. О, прикольно, прикольно. Давай еще открываем. Еще один скелетон. Еще один скелетон. Давай еще одного. И выпадает скелетон. Вау, фараон. Ты чего какой? Что ты здесь забыл, фараон? X9, X5. Ну-ка, давайте самых лучших наденем. Вау. Этот у нас сколько дает? X5. X5 и X9. Ого-го-го. Много. Я хочу еще фараонов. Давайте мне много фараонов. Но мне дают только скелетонов. К сожалению, здесь еще, смотрите, есть какие-то супер-мега-редкие питомцы. Давай еще. Мне выпадает какой-то песчаный лис. Я не знаю, кто это такой. Давай еще, фараончик. Опять мне это выпадает. Песчаное что-то, какое-то животное. Давай, пяу, скелетон. А может, я могу прокачать скелетонов? Ну-ка, давайте посмотрим быстренько. Как мне его скрафтить? Нет, мне еще один скелетон надо. Еще одного скелетона. Да, отлично, отлично, отлично. Как и заказывали, значит, сейчас мы их объединим. Объединим, объединим. Вот, и X7. Ну, вот это уже хорошо, это уже хорошо. Плюс еще вот этот есть, X6. Ну, я думаю, этого мне будет пока достаточно. Давайте попробуем здесь вот эти шапочки побить. Ой, с одного удара вылетает. Ой-ой-ой, вообще очень легко ломаются. Здесь у нас есть побольше какие-то предметы. Давайте их попробуем поломать. Ну-ка, 19 тысяч. Бах, бах. Бах, разламываем. Недурно так разламываем. Ну-ка ты, сфинкс, получай, получай. Есть, отлично. Тоже хорошо разламывается, нормально. И вау, смотрите, у меня уже в секунду почти что я заработал 3 миллиона энергии. Даже больше уже. Обалдеть, в прошлой локации мы очень долго этого добивались. А сейчас уже очень-очень быстро. Тем более мы сейчас сфинксов поломаем. И вот у меня уже 5 миллионов энергии. А я в прошлой локации полчаса их получал. Это жесть. Ну, давай сейчас попробуем прокачать. У нас все-таки есть X5 прокачечка. Давай заценим, насколько мы быстро здесь будем прокачиваться. Бэм-бэм-бэм-бэм. Давай-давай-давай. Прокачка идет. И сила тоже растет. Каждый удар прибавляет нам по, не знаю, 0,2%, что ли. Ну, очень медленно, короче, все равно качается. Но все равно это X5. Это лучше, чем в прошлых локациях.
успех, это и 100%. Ну уже 7000, смотрите, 7000 силы у меня есть. Обалдеть, а я еще даже 4 миллиона энергии не потратил. Это достаточно долго здесь все сливается. Ну давайте попробуем 4 миллиона потратить. Ого, ребята, аж 11 тысяч сил я получил. Вот это недурственно, смотрите, теперь эти сфинксы отлетают только так, с двух ударов. Супер круто и супер мощно мы им даем, люлей. И буквально, смотрите, я парочку сломал, у меня опять уже есть 4 миллиона. Вау, так мы вообще здесь опять быстро супер-мега прокачаемся и откроем следующую локацию, да? Кажется, что похоже на то, ну вот с этих хорошо. Дают, конечно, вот с этих ребят очень хорошо мы силы прокачиваем, вот с других не очень хорошо. Давай-ка мы сейчас тебя поджарим, так, пям, что разрушим тебя и тебя разрушаем. Отлично, смотрите, сейчас вот этого сломаю, будет у меня 7 миллионов энергии, а это значит то, что у меня, скорее всего, ближе к 20 тысячам сил уже будет, если я пойду прокачаюсь. Ну, ребят, ребята, хотите ли вы посмотреть мою прокачку в этой игре и узнать, что там у нас в зимней локации находится, какие крутые питомцы? Если да, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а пока что, конечно же, мой дорогой друг, подпишись на канал.